Хочу показать интересное инженерное сооружение. Это канал такой мостовой, что называется. Вот он идет в трубы, вот такие трубы, как в бетоне. И вот там тоже тут две труба идет, труба, а там как бы опять начинается канал. А труба это неспроста. Сделано это для того, чтобы пересечь ручей. Вот там идет ручей. Еще один. То есть под 90 градусов было пересечение. Интересно. То есть под трубами течет ручей. Первый раз вижу перекресток двух ручьев. Не убиться бы. Интересно было сделано. Такой вот раструб бетонный. Здесь уже все провалилось. Все бетонные конструкции все разрушились. Очень интересно. А с той стороны выложено камнями. Посмотрим сейчас с той стороны, как сделано. С той стороны как бы тоже вот так вот сделано, интересно. Здесь что-то наподобие спуска было, скорее всего, ступеньки. Вот это вот бетонная конструкция. Ну. А здесь выложено булыжником. Ручей. Интересный. Такая интересная здесь сооружение, интересное, мне понравилось. Еще сохранилось. Вон там свод такой бетонный. Здорово. Это треснуло уже, трещины пополам. Деревья уже выросли. И деревья вымахали. Просто белиссимо. Интересно, интересно.